Культура свету и культура памяти у диалогу поколения. Круглый стол под такой назвой прошел у Гомельским областным палаце творчести детей и молоди. Его проведение промерковали до 20 годе принятия декларации ООН об культуре свету. По час мероприемства презентовали выники працы волонтеров проекта «Живая совесть поколения», которые ожитявляются у рамках гуманитарной программы «Место сустречи диалог». У нашей краине она организуется международным громадским объединением «Узаиморазумение» при поддержке фонду «Память, отказность и будущее». Сегодня тоже должны задумываться о том, как молодые люди могут внести вклад вот в такое миротворческое движение. Но еще важно то, что у нас участники – это молодежь, это члены клубов ЮНЕСКО Гомельской области, из города Гомеля, из Гомельского района, из Рогачева, из Мозыря, из Калинковича, из Жлобина. Это активные участники нашего проекта, которые работали напрямую с бывшими жертвами национал-социализма. Качественный диалог поколений возможен при вот качественном взаимодействии разных поколений. Ну и, конечно же, это разные структуры, организации общественные, которые работают в контексте вот формирования и культуры мира, и воспитания культуры памяти.